Привет всем, кто любит Львов, кто приезжает сюда. Приглашаем остановиться вас в нашей гостевой квартире «Лофт» во Львове, которая находится на улице Ничуя-Левицкого, 10 минут до центра пешком, и мы размещаем 4 гостей. Это может быть 2 пары, либо семья с детьми. Сейчас я проведу небольшую видеоэкскурсию. Welcome! И обзор начинаем с парадного. Вот подъезд наш. И вот здесь, вот в 60 метрах, остановка Сахарова. И сразу с улицы покажу наш балкон. Вот он. И вот эту кафешку, в которой обычно кушают наши клиенты. А в центр мы идем по вот этой улице. Итак, мы зашли в подъезд. Брали кодовый замок и поднимаемся на 2-й этаж. Заходим. Итак, мы зашли и включаем свет, потому что уже вечер. Первый арт-объект наш. Такая вот вешалка. Сейчас вечер, но днем здесь очень светло. Диван – это первое спальное место на двоих. Постельные принадлежности здесь, внутри дивана, и вот там вот верхние ящики. И вот на антресольном этаже у нас еще одно спальное место на двоих. Здесь еще один арт-объект, такой стол-верстак. Кресло для медитации. И вот здесь вот еще у нас такой ночник. Это метафорическая дверь. Сейчас покажу. Вот она. Она непростая. Это дверь в мечту. Пойдемте на кухню. На кухне у нас холодильник. Также чайник, здесь еще водичка будет, вернее, она есть, просто не сейчас. Открывашки, штопор, вилки, ложки, посуда. Ну, там чаек, сахарок и все такое. В шкафу у нас постельные принадлежности, полотенца, плед. Пойдемте в ванную. Привет. Ну, в принципе, тут все понятно. Вот наша люстра лофтовская. Все сделано своими руками. Декор. Балкон. Кстати, для тех, кто курит, пожалуйста, и вот такой вот вид из окна. Надеюсь, моя видеоэкскурсия была полезной, поскольку видео всегда дает лучшее представление, как бы, о том, что есть на самом деле. И остается добавить, что здесь, в нашем мини-лофт-пространстве, получаются отличные снимки. Я сама здесь провожу фотоэксперименты. Здесь классный свет, 3 окна и классные бэкграунды. Вот такие вот, в общем, на нашем столе. На нашем столе стеклянная поверхность и получается классная предметка. Ну, короче говоря, я думаю, фотографы тоже это оценят. Ну, а если вы хотите, чтобы вашим фотографом была я, то я занимаюсь фототерапией.
В общем, предлагаю услуги фототерапевта. Но об этом не в этом видео. Все необходимые контакты я оставлю под этим видео. Для брони воспользуйтесь Инстаграмом или Вайбером. Пока-пока!